На одном из самых оживленных пешеходных переходов Самары, рядом с загородным парком, прошла акция «Глобальная неделя безопасности дорожного движения». Ее проводят во всем мире по инициативе ООН уже в 6-й раз. В нашем городе ее поддержала молодежь Юной Армии. Для них безопасность на дорогах – не пустой звук. С правонарушениями надо бороться в любом случае. Здесь вклад каждого очень важен. Помогли провести акцию полицейским и представители общественного совета при главном управлении МВД. Инспекторы останавливали автомобили, а общественники напоминали водителям, как важно соблюдать правила дорожного движения, в особенности скорость движения в городе. Ведь от этого зависит жизнь всех участников движения – пешеходов, автолюбителей и пассажиров. Особый акцент сделали на безопасности детей. В преддверии летних каникул Водители должны быть особо внимательны, потому что очень много школьников, которые на период летних каникул гуляют в парках, в общественных местах. Соответственно, чтобы водители обращали на них внимание, пропускали их и соблюдали правила дорожного движения. Профилактические акции и рейды госавтоинспекция проводит в Самаре регулярно. По оценке правоохранителей, это приносит свои плоды. Благодаря подобным мероприятиям, проводимым госавтоинспекцией, также и другими заинтересованными ведомствами, у нас на территории региона произошло снижение, в любом случае, ДТП с пешеходами. Пешеходы являются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. И к ним относиться нужно с наибольшим уважением. Во время акции автоинспекторы сняли видеоклип, в котором пешеходы просят водителей быть осторожными на дорогах, и особенно при приближении к зебре, неважно, со светофором или нет. Дорогие друзья, участники дорожного движения. С 17 по 23 мая во всем мире проводится 6-я глобальная неделя безопасности дорожного движения. Благодаря таким акциям кривая графика статистики по ДТП, погибших и раненых в них по сравнению с прошлым годом ползет вниз. Снижение произошло почти на 20% по авариям и на 60% по летальным исходам. Молодежь очень часто также является водителями, а также, возможно, там какой-то юношеский максимализм тонирует машину, плотная пропускаемость света не видно и также попадают в аварии. Не стыдно соблюдать правила дорожного движения, стыдно, наверное, ради какой-то моды подвергать свою жизнь и жизнь окружающих риску и опасности. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, «События».